Покупатели в Канаде, России, США, Австрии, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде и Сингапуре уже совершают покупки в автоматизированном магазине нового поколения, который разработан и произведен в Латвии. Внешне он напоминает привычные вендинговые автоматы для продажи кофе, бутербродов и шоколадок, но создан для торговли разнообразными хрупкими товарами, которые нужно бережно, не роняя, передать покупателю. Начиная от продажи разных аксессуаров, электрооборудования, например, телефоны, наушники, плееры, разные хрупкие товары, которые не могут падать. Латвийская компания «Астор» производит каждую модель автоматизированного магазина под конкретный запрос покупателя. Это может быть магазин-холодильник для продажи продуктов питания с широким ассортиментом, включающим хрупкие яйца. Или почтовый автомат, в котором круглосуточно можно купить марки, конверты, бумагу, принадлежности для письма. В одной из зарубежных стран уже работает магазин косметики. Есть автоматы, торгующие игрушками и электронной техникой. Наша компания производит автоматизированные магазины для продажи любых товаров – от изделий размером с кредитную карту до портативных компьютеров. Такой автомат будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 356 дней в году без перерывов и выходных дней. Главное, чтобы у него был товар внутри. То есть, если что-то заканчивается, операторы приходят предупреждение, там, что в магазине что-то заканчивается. Он приходит, заполняет и все. И он может работать дальше. Витриной такого магазина служит триплекс-стекло, которое защищает находящиеся внутри товары от всех возможных рисков. Мы сами тестировали это стекло, мы скидывали от 6 метров на него боулинговый шар, и он не разбивается. Ну, то есть он трескался, но он не разбивается. То есть попасть практически невозможно. Ошибаются те, кто говорят, что Латвия уже ничего не производит. Высокотехнологичная продукция компании «Астор» содержит ноу-хау латвийских разработчиков и не имеет аналогов в мире.